Стой на месте! Руки до горы! Послушай, не то, что ты думаешь. Дата? Да, Алис. Это ж... что за маскарад? Слушай, давай я тебе все объясню. Я просто не хотел быть замечен. Боялся. Боялся, что ты меня не примешь, что просто пошлешь куда подальше. А я все думал, откуда под моей елкой каждый год появляются подарунки? Да. Каждый год мне удавалось оставаться незамеченным. Знаешь, я очень хотел быть твоим Дедом Морозом. В детстве ты действительно в него верил. Ты разумеешь, что я до сегодняшнего дня в его веру? Или мне не Дед Мороз был потребен 15 год, а батька? Подарок открой. Супергерой.